турнир у нас посвящен памяти моего отца, героя Советского Союза, генерал-полковника Высоцкого Евгения Васильевича. Вот, проходит он уже 7-й год. Ну, в этом году у нас самое большое количество участников, 115 человек. Вот. И из них в основном, что радует, что это наша школа, именно непосредственно Дюсимон Шарлендрю, хотя открытый турнир, но к нам смогли приехать и поддержать и наши товарищи и из Эстонии, и из Украины даже приехали, несмотря на все запреты. Вот, поэтому как бы активно участвуют, причем занимают призовые места. Представляю здесь 180-й мотострелковый полк, в котором Евгений Васильевич Высоцкий в Афганистане руководил боевыми действиями, за что получил героя Советского Союза. То есть мы были под его началом, мы гордимся этим и дружны были и после Афганистана, и поддерживаем сегодня, в настоящее время, связь с семьей. Я очень и очень благодарна. Вот этот турнир 7-й год уже проходит. И муж непосредственно имел. Вот эти мальчики, которые стали взрослыми уже мужами такими, да, он их знал еще с 9-го класса. Он с ними ездил, когда ушел на пенсию, он с ними ездил в Японию, сопровождал их. Он делал диски интересные о том, как соревнования там проходили. Поэтому я думаю, что вот эта память, она связана именно, потому что он непосредственное отношение имел вот к этому спорту, карате. Он был таким, знаете, вот он патриотом был, патриотом Родины, патриотом вообще во всех отношениях, вот. К жизни, к детям, к своим детям. И очень вот на своем посту он большой пост занимал. Он был замминистра обороны, начальником главного управления кадров, последняя его должность. А герой он получил 3 года, он без 2 месяцев, почти 3 года он был в Афганистане. И везде у него были дети. Академии карате «Боец». Я сюда приезжаю, ну, вообще на этих соревнованиях я первый раз, но приезжать, думаю, еще буду. Настроение хорошее, главное, ну, вообще тут настроение побеждать, вот так вот. Мне нравится атмосфера, тут очень хорошо. Ну, вообще тут просто моя команда, поэтому тут все хорошо, поэтому. Еще организатор наш тренер, поэтому. Я заняла 2-е, 3-е место в каты и в кумите. Это мой первый турнир. Я волновалась чуть-чуть, переживала, но у меня получилось. Я живу в Вышнем Волочке. Хожу я с 6 лет. Ну, было сначала страшновато, когда первый раз ходила, но... Но уже начала привыкать. Я из Московской области. Занимаюсь карате у одного тренера 3 года, у другого пока вот этот год. Получила я награду за кумите. И я очень рада, что у меня первое место. Я получила первое место в кумите, и я очень довольна. Перед началом боя чувствовали волнение и переживали, что не выиграем. Но потом, как первый бой выиграли, второй бой, и становилось легче, и
и поэтому получалось выигрывать. Задача этого турнира, как вы видите, это для того, чтобы наша молодежь была сильная, крепкая, выносливая. И самое главное, чтобы она умела защищаться и защищать других. Потому что мало кто знает, чем отличается карате от других единоборств. Это то, что в карате все основные навыки, которые нарабатываются, они сначала от защитных действий, только потом атакующие. Вот, и поэтому это наши будущие защитники. Основная цель, чтобы детишки и ребята, которые сегодня принимают в этом участие, они ту толику патриотического воспитания, любви к родине, правильного образа жизни и так далее, они здесь почерпнули и несли ее дальше по жизни. И веру в себя. Мне нравится карате тем, что вот именно в этом спорте можно почувствовать себя сильнее и стремиться к чему-то. Допустим, если проиграл, то стремиться, чтобы в следующий раз выиграть. Мне нравится бороться, узнавать новых соперников. Даже если ты выиграл или нет, все равно ты можешь с ним подружиться. Отец всегда был истинным патриотом своей страны. Он всегда говорил, что у России только два союзника – армия и флот. Поэтому нужно растить здоровое и сильное поколение, которое вело бы здоровый образ жизни, было направлено на любовь к родине, ориентировано на патриотизм, на защиту своего отечества. Вот. И как бы вот старался всегда привить это и нам, и мы это несем тех, кого мы учим, тем, кому мы проповедуем это все. Вот. Ну, в принципе, все, кто практически, очень многие занимающиеся, они верующие люди.